то на Орш получается, да? По-моему, да. Мы действительно, да, по городу сейчас едем. Нам надо как бы ходить куда-то направее, а где я не помню. Ладно. Так что доставайся, будь водитель. Фат, как ты там? Я живой. В Орше? И как у тебя впечатление? Ну, хороший. Я здесь бывал проездом. Здесь очень красивый вокзал. В самой Орше, да? Да, вот на вокзале. Вот это шикарный вокзал, серьезно. Он после реконструкции мне очень понравился. Он такой ни на что не похожий, такой вообще футуристический, такой ламповый, освещение. Ну, в Беларуси это было 10 лет назад, когда я там был. Он был свеженький. Один соседний. Магазин соседи написано. А, и сейчас хороший вокзал, вот я год назад был там. Ну он такой, ни на что не похожий. Обычно эти советские вокзалы, они такие все монументальные. Получается, в самой Орше, да, проезжаем, да, действительно. Это город Орше, и большой привет нашему знакомому путешественнику Александру Александрову. Александру. Да. Здесь живет путешественник у нас, товарищ. Он много ездит уже, путешествовал.